сильно разбит центр, часть в центральной части, часть зданий памятники. Значит, ну, долго думали, сносить, не сносить, все-таки приняли решение сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию по реконструкции. Центр хотим к концу года хотя бы посудную часть закончить. Центр очень красивый, сейчас будем приезжать к центру. Вообще в городе в этом году мы где-то к сентябрю-октябрю сдадим 500 тысяч квадратных метров, это 6 тысяч метров. А всего в городе 3100 объектов, включая промышленные офисы, магазины, которые мы держим, сделали мастер-план, и мы полностью сделали электронную карту города до каждого объекта. Все делать хорошо, вот такие веселенькие. Вот это, кстати, был памятник исторический, была школа на Вильне. Это все действующие школы, в которых уже детки отучились. Телевизор вас сколько раз видели. Ну, чего так, надо же начинать знакомиться поближе. Только мы в Крыму передали по делу. Мы даже не верили, что мы в этом году получим. Это все покупали, все голые стены были. Только газовая печка, вернее, электропечка и все. Это все вот. Ну что? И сколько здесь комнат у вас? Три. Три? Спасибо, что зашли. Мы так рады видеть вас. Всего хорошего. До свидания. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Значит, полностью все это реконструировали, вы видели на картинке, на 200 метров. Даже рояль у вас. Я сегодня сам не смотрел, сам прямо слышал, видел. В апреле готов уже поставить спектакль.